Я Габасова Жамиля Байгазынова, медсестра из Лесада Балауса. Сейчас мы вместе с вами переживаем неловкую ситуацию в стране. Поэтому в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции обращаюсь ко всем родителям и ко всем тем, кто несет ответственность за своих детей. Прошу соблюдать все карантинные меры и приучать к этому своих детей. Избегайте места массового скопления людей. Носите одноразовые медицинские маски в общественных местах, меняя каждые 2-3 часа. Соблюдайте правила личной гигиены. Тщательно мойте руки с мылом и обрабатывайте антисептиком. Соблюдайте дистанцию от 1 до 2 метров. Соблюдая все эти маленькие требования, мы можем сохранить свое здоровье и здоровье окружающих нас людей. Берегите себя и своих близких.